космосе летают астероиды, норовят куда-нибудь упасть, а на них летают гуманоиды, чтобы на кого-нибудь напасть. Как-то полыхнуло на Тунгусскую, землю тряхануло, будь здоров, и сошло с небес на землю русскую войско гуманоидов-воров. Рыжие, пятнистые, носатые, жадные и хитрые при том, руки, ноги, спины волосатые, с маленьким обрезанным хвостом. Вечером под белыми березами высший гуманоидный совет озадачил всех воров вопросами выбрать для войны приоритет. Это известные, самый быстрый просто убивать. Мировые войны, войны местные, вот где можно грабить, воровать. Можно грабить без кровопускания, но уйдет на это больше лет. Алкоголь, табак и наркомания, геноцид крутой приоритет. Есть приоритет давно проверенный, суду дать подбешенный процент. Будут все в долгах, уж будь уверенный, дети, внуки, даже президент. Можно перессорить все конфессии, Бог один, а вот религия тьма. Создавать духовную агрессию, разделять и властвовать в умах. Есть приоритет хронологический, взять архивы все переписать, чтобы ход событий исторический русскому народу переврать. Чтобы высший методологический у людей отнять приоритет, на полянке заседал космический этот гуманоидный совет. Гуманоиды, жадные и хитрые при том. Гуманоиды, с маленьким обрезанным хвостом. Видимо, узнали гуманоиды, есть в России мертвая вода, и на межпланетных астероидах рыжие слетелись, господа. От нее вся нечисть загибается, даже если капля попадет, а у человека все срастается, он потом как новенький живет. Это наше русское оружие под названием «Мертвая вода». Мы от Бога нашего заслуженно получили раз и навсегда. Так что гуманоид.